наша жизнь, наше будущее, наше завтра, что с нами будет, есть Бог, который видит, который ведет, который желает помочь нам. Главное, чтобы мы знали, что Бог есть Бог, видящий меня. Евангелие от Матфея, 6 глава, Библия говорит с 25 стиха по 30. «Посему говорю вам, не заботитесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец вас небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Заметите, но читаем дальше. Это было 26 стих. «Да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» 28. «И об одежде заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут». Дальше. «Но говорю вам, что и Соломон, и украинцы, и украинки во все свои славы не одеты так красиво, как они». Это была моя добавка. Заметите, Бог говорит, осознаем это или не осознаем, Бог кормит птички каждый день. Вот птичка, какая, ну, птица размера моего кулака. И Бог о ней думает, и заботится, и помогает. И Библия говорит, а если Бог видит птички, Бог видит лилии, и розы, и цветы, которые вянут так быстро, и траву, и Он заботится, Он сделал, Он помогает, чтобы они защищались, тем более Он видит тебя и меня. Поэтому Библия говорит, не живите в заботах. Почему важно нам знать, что Бог нас видит? Первое, чтобы забота, переживания, вот это стресс, который постоянно губит человека, чтобы оно было убрано. Потому Бог говорит, как, пойми, я тебя вижу, я вижу твою боль, я вижу твои недостатки, я их знаю, я знаю, как к тебе отнеслись, я знаю, как ты отнесся к другим людям, я все это знаю, теперь перестань жить жизнью постоянного переживания и заботы. Вот это заботы и переживания. Порой главные губители на этой земле сегодня. Что интересно, когда человек в заботах, в переживаниях, он думает, что это оправдано. Через 10 лет, когда эти заботы начинают создавать болезни в его теле, он начинает жалеть. Зачем? Ведь я мог бы это игнорировать. А я вам сообщаю заранее, игнорируйте, пожалуйста. Потому что живя... Да, эти люди меня провоцируют. Провокаторы полно везде, повсюду. Они меня обижают. Обижающие полно везде, повсюду. Не реагируй на них. Они хотят убить себя, пусть уничтожают себя. Отхрани свою душу от них. Через 10 лет ты будешь сам себя поздравлять за это. Вот почему нельзя жить относительно других людей. Вот я как пастор, я знаю много чего в жизни разных людей. И когда я начинаю думать о том, что вот это у него такое, у него, иногда оно начинает влиять на меня. А я научился, нужно отрезать себя только когда Бог говорит, ты пастор, включайся. Я включаюсь. Пока он это не делал, я стена строю, чтобы это на меня не повлияло, потому что это повлияет, через время оно губит меня. Не живи жизни постоянных забот. Поэтому состояние жертвы, я жалкий, я брошен, я оставленный,
это твой враг, а не твой друг. Потому что он пытается заставить тебя остаться в заботах и переживаниях. Книга Бытие, 16 глава, 8 стих. Агар. Эта женщина была служанка Сары. И она поссорилась с Сарой. Эта история меня лично всегда как-то достает. Сара пришла к Аврааму и говорит: возьми мою служанку, пусть она беременеет для меня. Она забеременела, и потом Сара говорит: выгони ее. Это очень удивительно. Но начало, в начале она убегает. Агар, служанка Сарина, убегает от Сары, потому что Сара наезжает на нее. Но она сама не подарок тоже. Она стала унизительно относиться к Саре. Это естественная женская реакция. Она забеременела, а понимая, что Сара живет с мужем столько лет и не беременеет. А я забеременела с первого раза. И получается, у нее, естественно, появилась какая-то гордость. Ее выгнали из дома. Вывод. Если у тебя что-то получается, не гордись. Потому что гордость сделает, чтобы тебя выгнали из дома. Хотя должны были праздновать. Потому что, согласно нормам того времени, ребенок Агары вообще-то должна была считаться ребенком кого? Сары. Помните Иаков? У него было две жены, но родила через колки женщин. И все дети, которые родили через служанки Рахили, да? Они все были ее. А все дети, которые родили через служанки Лии, это были ее. И по идее, сын Агар должен быть сыном Сары. Потому что это была ее идея, это ее служанка, и вот и в конце она выгоняет. И эта девушка забеременела, ее выгоняют из дома. Она идет в никуда. И в 8 стихе приходит ангел Господень и говорит: Агар, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. 9 стих. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. 10 стих. И сказал ей ангел Господень: умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет счесть его от множества. 11 стих. И дальше говорится: и еще сказал ей ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, наречешь имя ему Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. 12 стих. И будет между людьми, как дикий осел. Точное предсказание. Руки его на всех, и руки всех на него. Это вообще точно как не... Жить будет он пред лицем всех братьев своих. 13 стих. Нарекла Агара Господа, который говорил к ней сим именем: ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно я видел здесь вслед видящего меня. Это слово Бог, видящий меня, это слово Эл-Рои. Есть Бог Эл-Шадай, всемогущий. А это Бог, видящий меня. Когда эта девушка убежала от Сары, она, во-первых, она же гордилась и начала унижать и оскорблять Сару. Это она согрешила. Она не то сделала. Во-вторых, она сбежала. И кажется, сочетание этих двух не должно заслужить ей внимания от Господа Бога. Казалось бы, с такой Бог вообще не имеет дела.
Это напоминает мне женщина, которая возле колодца. Пять мужей, живешь с шестим. Казалось бы, недостойно внимания Господа Бога. Но оказывается, в нашей боли, в нашей трудности, во всех наших ситуациях есть Господь Бог, Эл-Рои, Бог, который видит меня. Единственная проблема была бы, если ангел Господень пришел к Агаре, и Агара сказала: «Вон отсюда, я не хочу с тобой разговаривать». Увы, Бог нечем было бы помочь этой девушке. Она бы умерла. Это главная проблема сегодня, что когда Бог приходит, пытается нам помочь, мы отфутболиваем Бога далеко. И в результате, вместо помощи, мы разваливаемся, разрушаемся, а потому что мы Бога отфутболили. Агара там сидит и говорит: «Бог, который видит меня». Что означает «Бог видит меня»? Когда Бог видит тебя, Он видит тебя, Он видит все, что связано с тобою, Он видит твои нужды, Он видит твои слезы, Он видит твои боли, Он видит твои попытки заработать, Он видит твои попытки выходить замуж, твои попытки жениться, твои попытки рожать ребенка. Он знает тебя от А до Я и после Я, и до А. Поэтому получается, что Бог видит все твои ситуации. И у Него есть план четкий по отношению ко всем ветвям ситуации, которые в твоей жизни. Для каждой из них у Него есть решение, у Него есть план, у Него есть как, у Него есть каким образом, у Него есть через кого, у Него есть когда. Нету ничего в твоей жизни, что происходит с тобою, о чем бы Бог не знал и для чего бы Бог не имел план и решения. Такого нет. Это Бог, который видит тебя. Да, по идее, сын должен был быть сын Сары, но когда Сара начала выгонять, право материнства уже окончательно перешло на Агару. И заметьте, проходит короткое время, Бытие 21 глава, 14 стиха. Агара опять. Первый раз она убежала, а второй раз Сара выгнала. Но на этот раз она ничего плохого не делала, потому что у нее была встреча с Богом. Она уже по-другому себя ведет. И Сара сказал: «Выгоняй». И Бог сказал: «Отпусти ее». Это не потому, что Бог не любил Измаил, и не потому, что Бог хотел поддержать Сару. Нет. Бог это сделал не из-за Сары, из-за Исаака. Потому что он должен был быть тем, через кого придет несмешанное, через его линию должен был появляться Мессия, Иисус Христос. Если вы посмотрите на семью Иакова, Иуда не является там главным. Хорошего об Иуде там нету. Почти ничего нет. Только у него нормальной семьи у него не было. Вы понимаете? Там его дети погибли, двое, а потом его невестка забеременела от него. Короче, ничего там хорошего нет. Но он был избран для того, чтобы Мессия. И мне кажется, когда Бог его избрал, а потом он такое натворил, ну что интересно, обо всех остальных забывают, теперь вспоминают только об Иуде. Потом двое, Фарис и Зари. Потом Зари забывают, только Фарис. Почему? Потому что Фарис, через него будет Мессия.
Это не потому, что Фамар такая специальная, важная, и не потому, что Сара умная говорила, ничего умного она не говорила. Это была элементарная, обычная ревность, которая была у Сары. Это то, о чем Библия осуждает. Поэтому Бог не на ее стороне, Бог был на стороне Исаака. Кто-нибудь меня слышит? И поэтому у меня просьба, чтобы женщины, вы не использовали Сары, как будто я говорю, ты должна меня слушать. Не обязательно. Глава в семье вообще-то муж. Не Сара, а Авраам. И все огорченные, но святые, да скажут. Да, да, я так и понимал, что тяжко это принимается, но надо. Так, поэтому 21 глава, 4 стих. 14 стих. Авраам встал рано утром, взял хлеб и мех воды и дал Агаре, положил ей на плечи и отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версаве. Это называется смерть. Заблудиться в лесу, можно еще покричать, кто не будет услышать. А в пустыне? Там не до конца, там не до конца, там не до конца, там не до конца, там не до конца. Сориентироваться нечем. Это равняется смерти. И Библия говорит дальше, 15 стих. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, 16. А пошла, села вдали, в расстояние, на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерть отрока. И она села против, и подняла вопли, и плакала. И тут, как тут, Бог, который видящий меня. Дальше написано. И услышал Бог голос отрока, и ангел с неба Божий воззвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агар? Это вопрос, который сегодня Бог задает тебе. Не потому, что он не видит, что с тобою. Не потому, что он не знает, что болит у тебя. Не потому, что он не знает твои слезы. Он в курсе, он знает. Не потому, что он не знает твои ожидания, которые не оправданы. Не потому, что он не знает твои мечты. Он знает. Но как он задал вопрос Адам, где ты? Так он задал Агар, что с тобою? Вы заметили, что даже первый раз Бог сказал Агаре, что ты здесь? Потому что Бог ждет правдивую речь от нее перед тем, как ей помочь. Поэтому, когда Бог сказал, куда ты, Агар? Она правда сказала, я убегаю от госпожи моей Сары. И Бог помог ей. И точно так же, что с тобой, Агар? Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. 18 стих. Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. Дальше, 19 стих. И Бог открыл глаза ее, она увидела колодец с водою, и пошла, и наполнила мех водою, и напоила отрока. 20 стих. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Бог, видящий ее. Она заблудилась. Она не знает, где дорога. Она не знает, где лево, где право. Она не знает, куда идти. Порой в жизни не только Агар бывает в таком состоянии. Притом в разных направлениях мы в разных временах переживаем то же самое. Заблудился.
А притом бывает, человек не заблудился в вопрос математики, а полностью заблудился в вопрос истории. Если ты ученик в школе. А бывает, человек не заблудился на работе, но полностью заблудился в своей семье. А бывает, человек в семье не заблудился, но что касается бизнеса, он заблудился полностью, притом в пустыне. Даже шанса на воде никакой. Поэтому Библия говорит так: мы как овцы заблудились каждый в свою дорогу. Я не знаю, в каком направлении ты заблудился. Поскольку большинство из сидящих здесь верующие, я хочу сказать, что по отношению к вашему спасению, большинство из вас вы не заблудились. Но однако же, есть много людей, сидящих в этом зале, вопрос спасения вашей души, вы полностью заблудшие овца. Потеряно, и даже понятия не имеете, куда повернуться. Я хочу вот что сказать. Есть Бог, который видит тебя. Есть Бог, который видит, что ты заблудился в вопрос твоей семьи. Ты заблудился в вопрос твоей души. Ты заблудился в вопросе твоих эмоций. Ты заблудился в вопросе твоей работы. Ты заблудился в вопросе твоих отношений. Много людей сегодня заблудились в разные направления. Но у меня есть новость. Сегодня на этом собрании есть Господь Бог, который видит тебя и пришел и говорит тебе: Агар, Маша, Моша. И он ждет от тебя ответ: я здесь, Господь, помоги мне, вытащи меня из этой пустыни, я устал. И заметите, Бог услышал вопли, услышал слезы и Агары, и отрока, и он пришел. Бог слышал твои боли, твои слезы, созданные тобою и созданные другими. 90% слез мы сами себе создаем, накручивая себя в разуме. Но есть 10%, которые создают другие люди. И то, и другое Бог услышал, Бог видел. И Бог сегодня пришел. Он хочет включаться в твою жизнь, как в жизни Агары, и менять ситуацию на лучшее. И спасать, и вытащить, и вернуть тебя, чтобы ты нашел дорогу, чтобы ты не умер в пустыне, ты уничтожился там. План Божий – это не твоя смерть в пустыне, потому что Он видит тебя. Что делать, чтобы Бог, видящий меня, включился в мою жизнь, в мои дела, в мои ситуации? Первое. Главное с Богом – это сердце. Всегда. Бог работает не с ушами, не с пальчиками, ни с кольцами, ни с часами. Бог всегда работает прежде всего исключительно и с твоим сердцем. Скажите сердцем. Даже Библия говорит так. Первое царство 16:7. Первое царство 16:7. Это был день выбора царя. Давида должны были избирать. Самуил чуть не ошибся. Но Бог пришел к нему и говорит: Самуил, да, я Господь Бог, я смотрю не как смотрит человек. Человек смотрит на внешности, на лице, а я смотрю на сердце. Бог любит и ценит искренность, искреннее сердце. И поэтому Павел говорит, вот Деяния апостолов, 10 глава, 34-35. Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящихся Его,
поступающий по правде приятен ему. Заметьте, Богу приятно человеку, который поступает искренно, честно, от души, как есть на самом деле. Искренность Бог любит. Будь настоящим. И люди будут тебя за это уважать и ценить, а Бог, видящий тебя, включится в твою жизнь. Номер два. Что Бог, видящий меня, включился в мою жизнь. Второе, что мне надо? Смотрите, как написано в Колоссянам 3:16. Там написано так. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и уразумляйте друг друга псалмами, славословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Слово Христово да вселяется в нас мало или много, обильно. А почему Слово Божье важно? Смотрите, Иеремия говорит так, 1 глава 12 стих. Иеремия говорит, Бог спрашивает у Иеремия, что ты видишь? А Иеремия говорит, я вижу миндального дерева. И Бог говорит, ты верно видишь, ибо я, Господь Бог, бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Теперь скажите мне, что произойдет с человеком, у которого есть обилие Слова Божьего в его жизни? Что сделает Бог? Он будет бодрствовать, чтобы это обильное слово в твоей жизни исполнилось, притом скоро. Иисус Навин, да, ты молодой служитель, я в курсе, ты хочешь успеха, да. Вот я тебе даю наставление, как быть успешным. Книга закона, которую Моисей тебе дал, изучай, да не отходят глаз твоих от уст твоих, поучайся день и ночь, и ты будешь благоразумно и успешен во всех путях твоих. Слово Божие – основа для успеха. Особенно, когда мы размышляем над этим словом. Бог, видящий меня, работает со мною в моих делах, когда в моем сердце есть слово. И третий, последний. Заметьте, Бог, видящий меня, желает включаться в моих делах и помочь мне. Он желает включаться в моих ситуациях. Он желает вытаскивать меня из разных ситуаций. Он хочет утешать, защищать, помогать. Но когда он приходит, должно быть Слово Божие, живущим внутри тебя. Как расти в своем призвании? Как стать чемпионом в Божьем Царстве? Практичные шаги и мудрые ключи к такому росту в учении пастора Генри Мадава «Чемпионы царства». Как только что-то горит в твоем сердце, начинай шаги. Самый эффективный метод быть сильным человеком – работай с неба на землю. Не с земли на небо, а с неба на землю. Если не меняешься ты внутри, ты тот же, кем ты был, значит, ты не вошел еще в своем призвании вообще, потому что призвание поменяет тебя. Чемпионы царства. Это учение поможет вам уже сегодня войти в свое призвание. Приобрести учение можно в аудио и видео формате. Заказывайте и становитесь чемпионами веры уже сегодня. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро Академгородок. Пишите нам по адресу 01001, город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36.